Официальные дилеры обладают огромным количеством возможностей, о которых многие клиенты даже не догадываются. ТО, ремонт и продажа автомобилей – это только вершина айсберга. Официальные дилеры могут куда больше. Сегодняшний выпуск посвящен тем операциям, которые могут предложить только официальные дилеры. Дело в том, что для определения некоторых неисправностей требуется пошаговая замена целой цепочки деталей. Чтобы не вынуждать платить клиента за все детали в цепочке при поломке лишь одной, механикам выделен целый парк подменных, точно рабочих узлов, заменяя которые по очереди, можно локализовать неисправность. Гарантийный ремонт в срок, установленный заводом-изготовителем, обязанность официального дилера. А если глобальная поломка случилась уже после окончания гарантии? Подменные автомобили и подменные запчасти – это, конечно, круто. Но есть еще одна, более крутая история. Называется она Goodwill. Когда на автомобиль закончилась гарантия и произошла его поломка, дилерский центр может поменять эту деталь за свой счет, как бы по гарантии. Если в поломке нету вины клиента, если он соблюдал график обслуживания, приезжал на ТО и правильно эксплуатировал автомобиль, дилерский центр поменяет эту деталь за свой счет. Такая возможность есть. Называется она Goodwill. Кстати, еще один повод ездить на ТО именно к официальному дилеру. Добавим сюда высокую квалификацию мастеров, двухлетнюю гарантию на производимые работы и обширный склад запчастей, а также финансовую ответственность дилерского центра за клиентский автомобиль на время проведения ремонта. Мы проводим акции, вводим скидки на ТО и запасные части, реализуем программу помощи на дорогах, которую получает клиент вместе с новым автомобилем, а также впоследствии продляем ее, если клиент проходит ТО у официального дилера. Официальный дилерский центр Mitsubishi – это лицо бренда. Поэтому мы, Mitsubishi Motors, делаем все возможное, чтобы клиент остался доволен своим автомобилем в течение всего срока его эксплуатации.